Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy A01 Core. И в этом видеоролике мы настроим уведомления на этом телефоне. Делается это в настройках, поэтому мы заходим в настройки и в настройках, точнее не пролистываем, а нажимаем на пункт приложения и уведомления. Здесь мы ищем пункт уведомления, нажимаем на него, после чего мы можем включить или выключить показ варианта отложить, настроить уведомления в режиме не беспокоить. И видим пункт «Недавно отправленный» с основными настройками уведомлений. Здесь мы можем открыть все приложения. После чего тут мы видим, можем нажать прям «Все» и видим все приложения, которые могут или не могут присылать нам уведомления. Мы можем, поставив галочку «Включить или выключить уведомления от какого-то приложения», вот здесь вот, а нажав на само название приложения, можем увидеть более подробные настройки уведомлений от него. И на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!